горячая линия экстрамаркета не берет трубку. Ладно, ребят, в общем, историю расскажем вам. Не хотят общаться, бог с ними. Взяли на 14 февраля тортик я. Вот, торт пражский. Видите? Поближе. Торт пражский. Дата выпуска 14.02.24. Сегодня какой у нас? 15? 15. 15 февраля. Срок годности торта стоит 5 суток. Вчера мы поели, ничего не заметили. Сейчас, ребят, внимание. Экстрамаркет. Тортику напоминаем суточки. Смотрим сюда. Скажи. Видно хорошо всем, да? Плесень. Плесень. Куплена в экстрамаркете на красной. Он один, скорее всего, на красной. Я через сайт вышел на горячую линию. Горячая линия не берет. Завтра перезвоню. Спросим, что по этому поводу экстрамаркет думает, конечно. Но никому не рекомендую. Можно и отравиться, ребят. Будьте аккуратны с экстрамаркетами. Добавят себя что-нибудь. Ну и проблема в том, что я плохо вижу, и я ела его. Да. Я сейчас ем и почувствовала только на вкус, что вот, как кстати, бы плесень вот. Стала попадаться. Вот да. Ее кусок. Смотрите. Видно, да? Да. Позвала Володю, говорю, Володь, посмотри, пожалуйста, у меня привкус плесени появился. То есть, когда я сверху вчера ела, не было, кстати, вчера, да, не чувствовали мы. Вот, и Володя подошел, переворачивает кусок, а там плесень. Ребята, это очень плохо. 15 февраля, 19.00, торту ровно сутки. Да. Срок годности стоит 5 суток торта. Как так можно было готовить? Ну, скорее всего, переклеили дату. Будем разбираться. Да, я хочу сказать, они не боятся, ведь это можно так сильно отравиться. И я сейчас вот лежу и переживаю, я думаю, а если это как, какие-то последствия будут для моего здоровья? Потому что я первую кусочку так съела, я еще так думаю, мне кажется, что ли. Что, ждем последствий? Ну, ждем я последствий. Не успел съесть. Не очень смешно. Ребят, смотрите, какие у нас тюльпаны стали. Проблема в том, что коты у нас их едят, там их три на самом деле, не да, два. На самом деле коты съели. Здесь были листья. Листья коты все сожрали и обрыгались. Я решил, что лучше их состричь, потому что будет хуже только. Теперь у нас вот такие стоят тюльпанчики. Я снимаю прямо лежа из кровати, не напрягаюсь. В общем, вот так, немножко настроение испортили. Можно если единым кадром выложить. То прямо это, срочно, собственно говоря. Сколько там минут? 3 минуты всего лишь. Ну, я предлагаю прям выложить и этим. Давай, да. Единым кадром. Смотрите, ребят, я зашел сразу на сайт экстрамаркета. С нами, как можно с ними связаться? Вот я позвонил, звоню на горячую линию. Прям горячая линия. 7-918-373-72-24. Но горячая линия у них какая-то остывшая. Я не знаю, что в их понятии горячая линия, конечно. Вполне возможно, что она работает только днем. Я завтра, конечно, днем перезвоню. Но сейчас, вот я включу динамик. Слышите, да? Сейчас их горячая раскаленная линия тупо не берет трубку. Завтра продолжим этот прикол. Тортик. Чек я, наверное, не найду уже, конечно. Ну, зато дата выпуска и все на нем стоит. В общем, завтра продолжим это все. Все, ребят, сейчас выпустим это видео срочно, прям единым кадром. А продолжение истории смотрите на нашем канале.